Майкла жалко, блядь. Единственный правильный негр на планете был, и тот умер, который хотел Джексон. быть белым, ему, да. Не, ну у него хорошая попса была, вот ее, знаешь, даже ты его песни какие-то не слышал, они начинают играть, и ты узнаешь стиль, там, музыку, что это Джексон. Да, конечно, он король был, ёпта. Он был легенда. Всю эту хуйню начал, которую сейчас уже извратили. Да, конечно, и его имя, ебать, как испоганили, нахуй. Да, что там только не лепили, и педофилии, и, ну, я не верю в такие вещи, когда люди богатые, им что только не лепят. Слушай, это не они же, пацаны? Да, по-моему, нет. Вырубка. И финал возьму. Или разведку взять. Ну да, Не, чтобы у мы вас так два дрона уже есть. в курсе были. Да что они у нас не поворотли? Будет три. Будет. Глушилка всех будет валить нахуй эти дроны. Следующую катку возьму. Как мы ровненько идем к себе. Что-то, Андрюха, тебе не лепят эту. Твою, как она называется? Это там что бы Бриллиант? там было? Да у меня сейчас 5-5 Да. было. 5 убийств, 5 смертей. Я же... Нет, я не вижу, что у тебя даже... Че, у тебя вообще никакого значка нет. Платина Отняли. вторая. А вы видите платину вторая? Платина 2 у меня. Нет. У меня тоже не показывается. Не, а у меня же вот, меня вчера понизили до брюликом этот. Скатили пару каток. Найти и ликвидировать противника. Ой, да, платину понизили с брюликом. Враги себя выдали. Да мы до дома не добежим отсюда, им быстрее. Я хочу вот здесь на опушке заминироваться хочу. Я в обход. Частенько канает. Короче, разделились, да? Ну ладно, первый раз делимся, потом посмотрим. Они глушат дроны, ну, сигнал не проходит. У тебя тоже полные сумки? Ага, тут будет мина. Вот смотри, как я мины ставлю. А ты как-нибудь придумай еще, чтобы им путя перекрыть поставить. Как бы они вообще сюда пройти не могли. Йоу, ставлю мину. Ага, тут будет мина. Можно пока тут заминироваться, мины еще взять. И потом по ходу игры переминироваться в другом месте. Так этот, Санек, тот, который... Да, я взял. Вот этот, который они, кочевник. Два, кочевник, два есть? Они все справа у меня. Вчера с ним играем, у снайпера же две мины, да? Ну. Такой, говорит, блядь, я, говорит, кустов 20 заминировал. Я, говорю, двумя минами, ебать? Нет, я что, говорит, дурак, что ли? Я, говорит, это, ложил и бегал в этот, нахуй. Я говорю, ебать, я говорю, ты угарный. Я говорю, посмотри теперь на карту. Я говорю, теперь посмотри на карту и посмотри, сколько у тебя мин возле тебя, ебать. Вот один бежит, пацаны. Да. Около меня тут двое, блядь, летают где-то. Ходят точно. Дрон не работает. 20 мин поставил. Меня кто-то есть. Одним врагом меньше. Нихуя, двоих. А я техника там разобрал просто, а кто-то рейнджера же разобрал. Ну что, теперь можно в дом идти. Пошли. Я. Чё, пойдем в дом, Сань. Один вот бежит, пацаны, вот. Разведстанция снова на связи. Вот здесь он был. Yeah.
Ну да. Да, да, я отошел. Там смотри, сзади кто-то говорили. Да, он обошел. Черт, у нас потери! Снайпер. Да, 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 я говорю, он агру побежал. Сейчас я его помечу. Убегай сразу, Сань. Спасибо. Ну давай тогда я это, к нему побежал, за ним. А, вот он. А там еще кто-то. С ним еще кто-то. Нет. Один с другой стороны стреляет. Только двое, только противник остался. Эх ты, прикинь. Да, нихуя себе. Да я встал просто. Встал просто как дурак, ебать, нахуй. И неправильно прицелился, понял? Надо было про... А его подымешь, пока он бегает там? Сейчас. Бля, на быстрых ногах прикинь, бегает, чёрт ебаный. Ну да, такому на ход ноги тяжелее дать там. За 2 метра от него надо целиться ему вперед. Спасибо. Бля, никак это, не могу за ним угнаться, блядь. Смотри, Диманка, на эту картину. А где он? Остался один враг. Доведем дело с шагом. Догнал ты его. Жестко нахуй это было. Ну и что теперь мы делаем опять? Суходрочим. Да, и побегаем за ним. Ну, побежали с пистолетами за ними. У меня нет пистолета. Сейчас дом посмотри. Хотя, может, он и неплохой игрок. Надо вышку только взять. Возьми ее. Жестко беру вышку, пацаны. Жестко беру. Жестко. Вон, нормально. Пес. А собака против него с пистолетом не реально. Я сейчас этот. Световуху кину, ему хочу посмотреть, что сейчас будет. Бросаю светошумовую. А, да, в натуре, прикинь. Че, мочить его? Нет, я за ним бегу. Ну, чуть-чуть дал ему пизды, чуть-чуть прям. Беру пистолет. А что, давайте вчетвером на него набежим и забьем. Дал ему еще с пистолета чуть-чуть дал. Кто его убил? Я его забить хотел. Да он меня стрелял. Убил. Не я. Бля, почему? А почему это вам только дали убийство, а мне не дали? Стульчик возьми, ну что ж ты глупый такой, а? Кого? Я его вообще не убивал, я в него не попадал даже. Да я попал. А был написан, что ты убил, по-моему, и я. Короче, нормально идем. Да, с ними тоже можешь так поприкалываться, мне кажется. Чё тебе надо? Какая? Не, снайпер молодец. Снайпер так тактичный. Сначала стрелял со своей респы, потом в гору поднялся, потом вниз спустился, постоянно в точку. Ты наушники с меня снимаешь. Да я в обход побегу. Да, снайпер сразу запинать прям. Да, да. Туда и бегу. А потом мин возьму и посмотрю, что делать дальше. Запускаю дрона. Здесь действует противник, отмечаю позицию. Здесь я поставлю мину.
Я еще вот тут и положу. Подожди, я ставлю мину. И вот тут и положу. Эй, я ставлю мину. Короче, в дом, если они вчетвером даже забегут, они все умрут. Просто так, смотрите, я на месте, пацаны. Смотрите на этот дом заминированный. Просто 8 Блять. Мин. Есть сигнал с разведстанции, она скоро заработает. Вот прикинь, если на этом, на подземном заводе, вот как я минируюсь, обычно вот так заминируется. Или на аванпосте в пустыне так заминируется. Здесь действует противник. Ну, кто-то они лежит тоже раньше нашли. Один вот. Он этот, на метку не идет. Вот вы злые, а, ребят. Да, да, да. Бля, снайпера не вижу. Мне кто-то пометил. Вот беда тут, блядь. Брак меня опустил, все в порядке. А вижу, все, нашел. Че, давай дроном полетаем. Радиостанция снова на связи. Дрон в полете. А че, его разве на этой горе не было? Здорово! Меня здорово, тут прижали! Да. А вон он, вот он. Что, у вас места нет? У нас потери! Прикинь, он меня разобрал, ебать! Чёрт! Этот пидорас меня услышал, ебать! Чё, вы вчетвером играете или втроём? Вчетвером, вчетвером! А как он умер, ебать? Ты встал, и он умер. А, снайпер сам себя взорвал, прикинь? Твоей минус? Нет, я не знаю, как у меня оживили, а он валяется, ебать, понял? А, это последний был. Починили они, короче, игру или нет? Да вроде, починили. Да, технические работы были сегодня. Ладно, короче, позовите, если там место освободится одно. Конечно, конечно. Миномёт? Я лучника взял. Да, тем более, когда их 8. Можно всю карту обложить, весь трафик им вообще. 20 кустов. 20 кустов. Ну не 20, 8 кустов можно заминировать. Найти и ликвидировать противника. Да, надо прайп. Давай зарашим дом. Бля, вот снайпер пидор, осталось мне только это, блядь, R3 нажать, он, сука, вскочил и убежал, и, блядь, меня с пистолета закрывали. Ну, рашим их там. Да подождите, вы вдвоем сейчас нарашите там. Ну тогда я тут тогда обложусь, пока. Чтоб не паводно бегать, он тут дом. Подожди, я ставлю мину. О, вот это вот рубеж прям обминировать. Ага, тут будет мина. Устанавливаю мину. Где метку можешь поставить? Ура, готов. Здесь двое пацанов у меня. Давай гренку туда брошу.
группа. Осколочная. Получай. Кто-нибудь сможет дрон поднять, пацаны? Аккуратнее, Грена. А, поднять? Дрон? Сейчас подниму. Я лягу в бревнах. А где у тебя? По-моему, у меня. Я увидел пару раз. Кого? Хищника я убил. А, вот, все, вижу. Где? Вот здесь он где-то. Вон, наверное. Вот в кусте еще видно. Остался этот. Нар сюда бежит этот черт. Нар, понял? Говнарь. Пойду помечу его. Съебывают уже пойти. Внимание, здесь действует противник. Так. Ой, еще пять. А, он в доме. Ну хоть один килл, а два. Опять у меня два, блять. Не густо, да. Сейчас мы подрасслабимся, я чувствую, что такое играть. Да не, расслабляться нельзя. Сейчас нас накажут за все вообще, за все наше поведение. Сегодня прям что-то мы играем, чекаем. Вальяжно, да? Угу.